Совсем недавно прошел детский праздник «День защиты детей» и начались летние каникулы. Многие дети проводят их в пришкольных лагерях, где могут общаться друг с другом, играть и весело проводить время, набираясь сил на новый учебный год. Вот и сегодня состоялось открытие двух таких мест в школах номер 40 и номер 2. Особым гостем такого мероприятия уже 7-й год подряд становится депутат Читинского округа Эдуард Русин. Для детей он уже не просто гость, но и большой друг. Вместе с ребятами он с удовольствием принимает участие в их празднике. Эдуард Русин всегда отмечается особой заботой о детях, ведь это будущее нашего края и страны, и, как полагается, на праздник не приходит с пустыми руками, тем более к детям. Вот и в этом году депутат принес с собой новый спортивный инвентарь для отдыхающих в лагере школьников. Кроме того, более 20 ребят получили путевку в пришкольный лагерь, который Эдуард Геннадьевич оплатил сам. Отметим, что народный избранник помогает малоимущим семьям уже в течение 7 лет. За эти годы по путевкам от депутата яркое лето провели уже 450 детей. Я хочу поздравить вас, ребята, с началом летнего сезона. Пожелать, чтобы этим летом побольше было вам солнышка и поменьше дождика. Пожелать, чтобы вы хорошенько отдохнули, еще больше сдружились, нашли новых друзей, чтобы провели это время весело и очень интересно. Радостные улыбки ребятишек говорят о том, что они с большим удовольствием проводят время в школьном лагере. Здесь их каждый год ждет интересная программа, общение с друзьями и веселые игры. Это суперский лагерь, мы его очень любим. Я хожу уже не первый год, а Кристина, она ходит только первый год, но ей уже все нравится, да Кристина? Да, мне все нравится, тут все такие добрые, хорошие. Здесь хорошие дети, здесь все хорошо, мы ожидаем получить заряд позитива на все лето. Нам нравится, потому что тут весело и тут много-много друзей. Мы нашли и будем находить. Мы тут уже потому что не первый раз. Мы все время ходим куда-то, играем. Играем, веселимся. Разные конкурсы проводятся. В музеи ходим. Нам очень нравится этот лагерь. Кроме веселой развлекательной программы, дети в таких летних лагерях учатся дружить и узнают много интересного. Как отмечает начальник лагеря при школе номер 40 Лариса Шангина, лагерь рассчитан на ребят младших классов, но и старшеклассники с удовольствием приходят сюда в качестве вожатых. Вообще сюда приходят дети, которые жаждут сюрпризов, перевоплощений. Приходят дети сюда талантливые, а выходят еще талантливее на самом деле. Потом позитивные дети, потому что здесь... И работают очень активные люди, очень активные учителя. Детям с ними интересно. Счастье заключается в общении. И депутат Эдуард Русин помогает в работе пришкольных летних лагерей не только финансами. Народный избранник всегда открыт для общения с ребятами и педагогами. Уже 7 лет с нами. Очень небезразличный человек к нуждам нашей школы, детей, педагогов. Кроме того, он устраивает спортивные соревнования, на которых... Дети с удовольствием демонстрируют свои успехи. Часто бывает в школе, помогает где-то советом, реальной помощью. И поэтому ему большое спасибо.